Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в центр реабилитации. Я собирал документы почти месяц для этого центра. После операции на позвоночнике нужно обязательно это пройти. Находится центр Воденцова. Я сюда попал по полису страхования бесплатно. Сейчас вам все покажу в этом в одном видео, как проходила моя реабилитация. В общем, я приехал в реабилитационный центр Юдина. После операции прошло 3 месяца. Сейчас положат меня, сниму палату. Сейчас покажу эту территорию, по которой я иду. Сейчас переверну камеру. Вот, получается, территория такая большая, цветная, много деревьев, прикольно. Там на охране приехал. Охранники пропускают только по заявкам. Там моя фамилия уже в списке была. Вот от охраны где-то метров 100 до этого здания. Вот я иду. Показываю вам, тоже вот люди ходят после операции на позвоночнике. Там разные, то есть и порезы там, то есть только, не только позвоночник. Вот сейчас зайду внутрь, сниму внутри. Теперь по порядку. Приезжать сюда нужно под открытие, где-то к 9 утра, чтобы получить нормальную палату. В палате лежат по 2 человек. Меня заселили на 5 этаж. Сразу скажу, он просто ужасный во всех планах. Простите, сразу 4 этаж. После одной ночи с неадекватным соседом я переселился на 4 этаж. Здесь все после ремонта. Люди с такими же диагнозами. Чистые туалеты и душевые. В общем, запомни, 4 этаж самый нормальный, чистый, с нормальным персоналом. Из минусов. Кормят здесь на 3 с плюсом, с натяжкой. Бассейн холодный. Не выпускают на территорию. Магазинов и ларьков нет в центре. Нет интернета. Из плюсов. Хороший кабинет ЛФК. Отличная грязолечебница. Грязи реально помогают. Красивая территория, где можно гулять. Минеральные ванны. Есть телевизор в палате, но не в каждой. На крайняк можно заказать еду из Сбермаркета. На КПП можно забрать пакет с едой. Вот список упражнений для ЛФК, которые мы делали. Заскриньте экран, чтобы тоже делать дома. Отличные упражнения, которые действительно работают. Получается, вид с окна. Переселили меня. Минус на один этаж. Лес такой прикольный. Такой прям дикий. Чем-то напоминает наш участок. Такой же лес. Люди вон ходят. Кормят. Вот он. В общем, за территорию выходить нельзя. У нас в самой больнице нет ни магазинов, ничего вообще нет абсолютно. То есть, чтобы что-то купить, допустим, воды или там йогурта, это нужно заказывать через интернет, через Яндекс, там Сбермаркет или еще какими-то там путями. И уже на КПП идти забирать. Сейчас я заказал через Сбермаркет себе воды, потому что даже воду нельзя купить здесь. А тут стоят кулеры, ну там... Вода так не течет, то есть практически вообще не течет, но это вода. А из-под крана пить я не хочу. Сейчас покажу, что я купил. Взял, получается, ряженку, воду, орешки купил. И сейчас поем милки с кефиром. И все, это, в общем, получается, уже второй день. Ни магазина, ничего нету. Волком быть можно. Хоть бы какой-нибудь там ларек бы сделали, я не знаю. Ну, хотя бы можно, хотя бы охранники не выпендриваются, и это можно хоть еды пойти на КПП взять, там, если заказал в Сбермаркете. Хотя бы так. Сейчас поем и пойду обратно в комнату. Сегодня у меня еще вечерняя будет процедура какая-то там с магнитами связанная в 7 часов. Вот такие дела.
Ну что, вот и подошло мое лечение к концу. Получается, здесь я пролежал 2 недели. Завтра меня уже выписывают в 12 дня. То есть здесь выписка в 12. Последние процедуры. Там, вот, допустим, со мной лежит мужчина. У него на последний день 6 процедур. А у меня поставили 1 процедуру мне. То есть я завтра ее с утра прохожу. Это грязи на ногу. И все, и в принципе я свободен. Попробую пораньше сюда уехать. Так, значит, мои впечатления об этом центре. Он прикольный, хороший, то есть тут лечат, вот мне помогло, потому что я когда приехал сюда, у меня не работала нога, я ее вообще не чувствовал левая, то есть из-за грыжи, то есть был поврежден нерв. После, ну, до операции, потом прооперировали, конечно, стало лучше, но сюда приехал, вот не чувствовал ногу, сейчас... Я ее, получается, разработал. Получается, мне делали грязи на ногу, то есть на ступню, потом делали ток, ставили специальные такие приспособы, называется сенопульс, то есть его ставят на поясницу, мне ставили, там, где район операции был на шов, и, получается, на ягодицу, и включают ток. Потом ставили магниты обычные. То есть, ну, я не знаю, как он помогает, нет, но как бы там вы ничего не чувствуете. Просто вас закрывает, грубо говоря, как такой купол на живот, и все, и включает его. Потом бассейн был, ЛФК был. Вот, ЛФК и бассейн, да, они прям поспособствовали выздоровлению, плюс этот ток. И
и грязи. Вот это все, ну, в комплексе, в принципе, так все прям нормально сработало. Сейчас я чувствую ногу, то есть она у меня, в принципе, уже работает. Пальцы были до этого немые, то есть, получается, пальцы, потом ступня была немая. Икра, ну, не прям, что прям вот на 100% это все выздоровелось, у меня никаких проблем нет. Ну, я, конечно, все равно чувствую, что там где-то, как сказать, остаточное осталось, но это лучше, чем было, когда я приехал. То есть процентов на 65, на 70 процесс восстановления есть. То есть вы спросите, есть ли смысл сюда ехать? Да, он есть. Смысл, то есть собрать документы и приехать, чтобы пролечиться после операции. Вот после операции у меня прошло 3 месяца. Вот 3 месяца назад меня прооперировали, и вот сюда вот я лег. Тут очень много таких же людей с такими же подобными операциями. Ну, кто-то уже второй раз проходит в год. Тут была девушка, ну, год назад делали операцию, потом она также через 3 месяца сюда легла в центр. То есть не сюда, а на Арбат. Потом прошло время, и вот сейчас в течение года второй раз она попала сюда. То есть это не означает, что после операции, вот в один раз здесь прошли реабилитацию и все, и про вас забыли. Нет, вы можете, то есть через там, полгода или там, чуть ну, больше подать ну, заявку опять, и чтобы сюда опять попасть, и опять пройти эти процедуры, потому что это как бы это проблема со спиной. Это она не вылечивается там за один раз, там это надо как бы, ну, там потратить на это год, два, там три, не знаю, чтобы это все восстановить до того уровня, до операционного, чтобы никаких проблем не было со спиной. Потом из минусов, конечно, минусы есть, куда без них. Получается, нас тут не выпускают никуда, то есть в связи с этой ситуацией в стране нас никуда не выпускают. То есть я не могу выйти за территорию, только могу находиться здесь. И плюс тут нет никакого магазина. То есть я не могу пойти, например, себе купить какой-нибудь йогурт или кефир или молока, выпить. Этого ничего здесь нет. Единственный выход я нашел, это заказываешь на Сбермаркете еду, тебе привозят КПП, и ты уже идешь к КПП, и там забираешь свой пакет с едой. И все на этом. То есть тут что-то купить такого нет. Тут нет парикмахерской. Может быть, она есть, но я ее не нашел здесь. Чтобы, допустим, подстричься. Я забыл подстричься перед тем, как лечь уже весь зарос, а хотел подстричься здесь. Здесь парикмахерской нет. А потом по поводу еды. Читал на отзывах, там очень многие люди жалуются по поводу еды, которая здесь еда. Но я бы сказал, знаете как, раз на раз не приходится. То есть бывает ну, сносная еда, нормальная, да, там. Бывает такая, что просто отвратительная. Но вот за 2 недели здесь было, может быть, раза два давали мясо, которое, ну, реально невозможно есть. Мне вообще не понравилось, я ее убрал. И рыбу один раз дали, тоже она пересоленная, там, то есть противная. Ее тоже не ел. Ну, в принципе, там супы, там солянки такие, там, как-то можно есть, ну, как сказать, на твердую 3 с плюсом, на 4 еда, да, тянет. Но все равно, как бы, лучше всего нужно, как сказать, лучше всего нужно заказывать в Сбермаркете хоть какую-никакую еду, и, ну, либо что вам родственники привозили там еду, короче. Ну, с едой тут, как, напряжка. С едой тут, конечно, вот 3,5-4 по 5-бальной шкале. Ну, жить можно, как бы, нормальная еда. Потом, какие еще есть минусы? Так, в принципе, тогда... А из плюсов, в принципе, здесь очень большая территория. Все, в принципе, огорожено, все чисто, то есть не грязно. Все хорошо сделано. А, кстати, вот еще хотел сказать. Из минусов, когда вас заселяют здесь, простите, что вас поселили к человеку, который такой же, как и вы. Ну, то есть нормально ходит, не лежачий. Потому что тут есть люди, допустим, которые передвигаются на инвалидных колясках, которым тяжело сходить в туалет. И, то есть там в комнате, допустим, запах мочи, например. Ну, то есть там неприятно находиться. И обычно к таким людям, ну, тоже подселяют с таким же диагнозом, ну, чтобы как-то они вместе были. И бывает так, собирают целый этаж с такими, ну, людьми. И лучше всего, вот как вот сейчас я был в данный момент, допустим, на 5-м этаже, он, во-первых, весь этаж, он... Ему надо делать ремонт всему этажу, потому что он не то что аварийный, ну такой весь раздолбанный, то есть
туалеты, туалетная комната вся убитая, мусор не выносят, все грязное. То есть, ну, такое все как бы убогое. И плюс люди там с тяжелыми заболеваниями, так все удручающе, это все как бы, ну, я не знаю. Вот меня туда поселили на 5-й этаж, я там одну ночь переночевал, и потом подошел к администратору, говорю, я вам денег заплачу, хоть вам платно, переселите меня в другую палату, где либо я один буду, либо на другой этаж. Ну, как бы я не могу, тяжело мне это все. Вот они меня бесплатно переселили на этаж ниже. Там он как раз этаж, я хочу вот делать, сейчас я лежу после ремонта, хорошие, чистые, туалеты большие, то есть кровати то тоже удобные, не жесткие. Ну, в принципе, все комфортабельно, ну, прям после ремонта, мне это понравилось. И люди, которые здесь вот на этом этаже, все, в принципе, вот с такими же заболеваниями, как у меня, то есть со спинами, то есть они все ходят без, ну, кто, конечно, бывает с костылем, но все равно хотя бы все прямоходящие. Таких, что прям очень тяжелых случаев, как на 4-м этаже, такого здесь нету. Ну и контингент такой более приятный. То есть мне здесь понравилось на 4-м этаже, так что если вы попадете сюда, проситесь на 4-й этаж, он нормальный. 4-й, 3-й, они вот после ремонта прям по кайфу, нормальные такие. А вот 5-й, это вообще лучше туда не попадать. И, ну вот все, а из плюсов, да, здесь, конечно, оборудование хорошее, грязи вот эти реально классные, грязи мне понравились. Они как с Тамбукана, то есть, кто вот не знает, может забить в интернете грязи Тамбукана, посмотреть там, ну, про эти, почитать про грязи, но это тут не тамбуканская, естественно, грязь, а есть какая-то, я не знаю, где они ее берут, но она очень сильно похожа на ту грязь, которая вот у нас с Пятигорска. Вот мне вот эти грязи хорошо помогли, потом токи помогли, ЛФК, бассейны, то есть это все в совокупности хорошее дало результат, так что я советую сюда попасть, хороший центр, молодцы тут, и персонал такой довольно добродушный, хороший. Мне понравилось, да. Так что стоит сюда приехать, полечиться, восстановить здоровье. Здесь дают путевку эту на 2 недели. Ну, еще, кстати, единственное, что здесь нет интернета. Я взял с собой ноутбук, интернета здесь нет, и я через телефон просто роутером раздавал себе интернет и пользовался ноутбуком. Ну, работал через ноутбук. А так что прямо тут, ну, в больнице именно больничного Wi-Fi хорошего здесь нет. Так что вот так вот. Ну, территорию я вам показал. Здесь есть озеро, там можно приходить, там уток кормить, там выдра живет. Потом интересно, прикольно. И все. Тут вот общался с людьми, кто-то уже на Арбате лежал, тоже хорошие отзывы. Вот на Арбате, говорят, там хорошо и кормят, тоже там хорошие всякие процедурные кабинеты. Но единственное, что на Арбате, говорят, в минус, не выпускают на улицу вообще. То есть только внутри помещения этого, ну, стационара и все. Ну, тут ты можешь, да, выходить, территория большая, достаточно большая. Можно здесь гулять, круги нахаживать, разрабатывать спину себе. То есть хороший центр. Если будут смотреть меня персонал рабочий, большой вам привет, спасибо вам большое. Помогло мне все. Так что я всем советую сюда приехать, полечиться, пройти обследование. И не болейте. Всем пока.